Всем привет, дорогие друзья! Там Лёша, и сегодня мы играем в игру под названием Scrap Mechanic. И сегодня я вам покажу несколько моих построечек, но не моих. Ладно, давайте начнем с нашей первенькой. Например, вот это. Ну, не например даже. С нее именно и начнем. Так. Давайте сначала поставим ее. Так. И на всякий случай включим это. Я не знаю даже, что она делает. Но на всякий пожарный. Ну-ка. Так. Ну-ка. Вот. Глядите. Ну-ка, поворачиваем. И... Так, друзья. Следующая у нас это вот такая. Так. Опа. Ну-ка. Нет, только не радио. Три. Вы только посмотрите, что происходит. Что такое? Я на это не рассчитывал. Друзья, что? Что, друзья? Что это за силач? Вы только посмотрите. У него что, даже руки есть? Чаще у всех нет рук. А у этого есть. Вот это да. А я могу идти. Ну-ка. Так, ну-ка, 6. Вау! Вау! И вот. И 8. Вы только посмотрите. Ну-ка. 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 О, друзья, это просто класс. Он даже больше, чем этот свинка-танк. Вы только на него посмотрите. Он так круто. Да, друзья, у меня даже нет слов. Он даже ходит. Ну как это, друзья? Я даже не понимаю. Давайте выберемся через один ход. Ай! Ну что ж так? Давайте выберемся, мой же человечек. Ах! Вау! Вау!
Что? Хоть куда-нибудь. Это... такая, ну, крутая постройка, скажем. О, тут сразу же лесенка у нашей свинки. Наверное, свинка тоже будет включаться кнопкой и ходить. Так, друзья, давайте посмотрим. Да что ж такое? Просто игра, друзья, игра просто немного лагучая, и поэтому это очень сложно. Оп. Yes. Нет, не заходи за... О, 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 па, так. Ну-ка, вау. Вау, давайте закроем. Мне это нравится. Давайте. Вот. Так, это что? Вот. Ну-ка. Ну-ка я. Может, три? Вот, да, друзья. Я так и знал. Это свинь. Это тоже включается. Ох, как это круто. О, да. А ну-ка, три. Глядите. Вау. Ну-ка. А это что? А, просто так, видимо. Ладно, а вот это мне интересно, что? Так, ладно. Так, что это делает? Ах, ну почему они не подсоединены? Я тебе сказала, время вышло. Ну-ка, друзья, что-то меня это интересует. Выходи. Ну-ка, друзья, сейчас... Чё? Нет, я этого не хотел, друзья! Всем пока!